Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале JoyFox Play. Сегодня мы посмотрим Android-игрушку под названием Пропилки 2. Это, короче, симулятор зимней рыбалки, насколько я понимаю. По настройкам. Сейчас все это дело настрою. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале JoyFox Play. Сегодня мы с тобой посмотрим Android-игрушку под названием Пропилки 2. Это, короче, симулятор зимней рыбалки, если кто не знал. Тут есть несколько режимов: практика, одиночная игра, кубковое состязание, игра с заданием. Хер его знает, давайте начнем с одиночной игры. Ни разу не запускал эту игрушку, поэтому посмотрим, что здесь да как. Имя не меняется, почему-то клавиатуре ничего сделать не могу, играю на эмуляторе, поэтому как бы вообще хер бы с ним. Так, выбрать сезон, у нас сегодня осень вообще, так, по времени суток, ну, рыба клюет, насколько я знаю, утром, будет утро. Продолжительность игры, что за продолжительность игры, не знаю, ну пусть будет 10 минут, так, старт. Мне нужно еще какое-то озеро, что ли, выбрать или что? Рыбачить мы с тобой будем в Хаполхате, наверное, потому что это, наверное, самая легкая карта. Так, по типу игры, что это такое? Норм, общий вес рыбы определяет победителя. Хрен его знает, не знаю, ребят. Ну пускай будет нормально. Ни разу я не играл в эту игрушку. У меня уже довольно-таки долго не выходят игры. Так, я не понял. А что мне делать надо? Так, ну и что, все куда-то пошли? А я что, крайний, что ли? Чего? Что-то кто-то что-то говорит. Так, ну пойдемте на рыбалку, что ли. Давай, нам сюда надо идти. Все уже ушли, ты тут один стоишь. Так, зона старта. Мне нужно в зону старта зайти. У меня есть бур, у меня есть удочка зимняя, вот эта. У меня есть глобус. Блять, я рыбак зимний, который с собой носит глобус зачем-то. Так, и что мне нужно делать? Хорошо. Я хрен его знает, серьезно. Давайте пойдем к костру. Так, ну насколько я знаю, зимняя рыбалка. Это нужно найти какой-то водоем, наверное. Там сделать какую-то лунку, типа порыбачить. Вот озеро-то, елки-палки. Вот они все сидят уж, бляха-муха, смотри. Они все сидят, короче, нас ждать не стали. Так что давайте, беги быстрее, короче, этим буром. Давай, делай дырку. Делай дырку быстрее, говорю. Не знаю, ребят, как это будет выглядеть. Вообще, в принципе, посрать. Особо я не заморачиваюсь теперь. Телефон мне так и не сделали. Играю я на эмуляторе, поэтому как-то так. Так, что это, блядь, за сосиска гнилая? Сосиску надо насадить. Давай, насаживайся, ёперный карась. Наверное, чтобы крючок видно не было, как-то вот так. Вот так сойдет. Так, что, как мне закинуть? Вот. Все. Как-то вот так вот надо делать, да? Это, не дай бог, ничего не клюнет. Короче, вот эта вот херня, это зимние рыбалки, вот они стоят вот так вот делают. То есть ты сможешь сидеть весь день и, короче, удочкой вот так вот делать. Они так делают, это, короче, знаешь, это игра насадки. Когда ты вот так вот делаешь, рыба должна клевать. Чуть не знаю, пока не клюет. Может, у меня как-то глубину надо настраивать? Так это как дело работает? Как-то так пониже можешь сделать, повыше? Хрен его знает. Просто все это дело протыкиваю. Это у нас что такое? Это у нас фонарик. Это у нас глобус. Находимся мы где-то здесь, наверное. Это у нас что? Это у нас карта глубин, насколько я понимаю. Мы можем поменять как-то насадку. Можем поменять удочку, но пока ничего не меняется. Че? Я не понимаю, настоящие это игроки или нет. Ну, вряд ли настоящие, потому что у меня отключен интернет. Ты будешь клеваться? Нет, ты заколебал. Давай, пожалуйста, быстрее. Так, как это дело работает? Бляха-муха. Ничего не клюет, короче. Температура минус 4. Не дай бог такую погоду лед под тобой провалится. Это будет очень пагубно. Это будет симулятор выживальщика на льдине. Так, ну что, будет клеваться? Нет. Блин, мне кажется, я где-то не там, наверное, сделал эту лунку. Так, как-то это еще... вот так вот она еще настраивается. Серьезно? Блин, ну ладно, хорошо. Мне бы как-то поглубже ее опустить. Мне нужно как-то это дело покрутить или что? Я сейчас просто дело все это протыкиваю. Так, а может мне отсюда просто выйти, сходить куда-то в другое место, сделать там еще какую-нибудь там... Они, видишь, они короче, сверлят лунки, и у них, видимо, тоже не получается ничего поймать, поэтому они ходят везде, пытаются поймать рыбу. Давайте попробуем куда-нибудь сюда встать. Чисто рандом. Так, давай, делай лунку. Тырку делай быстрее, тебя сейчас обойдут и все. Я могу в блесны поиграть. Блесной должно клеваться, клевать, наверное, должен окунь какой-нибудь. Хер его знает. Мне кажется, на блесну должен окунь клеваться. Можно выбрать ее? Смотри, я могу выбрать какую-то блесну. Так, какое-то время должно пройти, что ли? Зачем? Небо, легкий снег. Да, у нас снег идет. Пока что у нас снег не идет. Почему мне это снова дается этот червяк? Я хочу попробовать блесну. Блесной мне не дают почему-то порыбачить. Почему? Непонятно. Ладно, хер с ним. Давайте снова насадим эту сосиску. Так, насадили, что? Ну, типа опустилась она. Я не знаю, ребят, в чем смысл этой игры, но понятно, что ты здесь должен, там, типа, зимнюю рыбалку. Я зимнюю рыбалку не очень люблю, я больше люблю летнюю рыбалку. Но эту игрушку тоже захотел посмотреть, потому что почему нет? Так, что, ничего не поймал? Чего не поймал? Вот эта кнопка отвечает за подъем, это за опускание, если кто не знал. Я вот не знал, например. Блять, ты будешь клевать сегодня, нет? Так, это я опускаю. Так, ну что-то ничего не клюет. Ну, типа, закинул я, вот я играю. Ну, этой самой. Как ее там? Это сосиска, короче, закинул, играю, ничего не клюет. Что за херня, не понимаю.
Пряха-муха, не мог сидеть. Никто ничего не съел. Надо, наверное, в другом месте попробовать еще побурить. Так, выйди-ка отсюда. Они, видишь, они тоже ходят, они ничего не могут поймать. То есть это рыбалка, это та рыбалка, где ты ничего не сможешь поймать. Как бы в реальной жизни я бы, наверное, уже что-то поймал к этому времени. Они что-то все около меня ходят, что-то дырки свои делают, дырочники гребаные. Давай, быстрее, пожалуйста, сверли. Давайте здесь попробуем, не знаю. Эту сосиску мы с тобой насадили, вот так вот сделаем, опускаем. Опускаем нашу с тобой удочку и будем следить за этим поплавком, наверное, или что. Может, я что-то, конечно, делал не так, ты, конечно, напиши это в комментариях, наверное. Ну, да ладно, бог бы с ним. Я в первый раз играю в эту игрушку, поэтому мне как бы вообще пофиг. Так, ну что? Я просто видел, что нужно делать вот так вот. Это, понимаешь, это игра такая. Это игра, как-то... Вот я опускаю, и вот эта вот херня, она когда сыграет, тогда, типа, какая-то поклевка должна быть. Я буду делать так, не знаю, будет клевать, нет. Они что-то там говорят между собой, что-то шепчут. Они, наверное, говорят, типа, у него тоже, типа, нихера не клюет. Ой, господи, ну, что, будешь клевать-то, нет? Это будет первый рыбак, и мы с тобой ничего не поймаем, наверное. Ничего не клюет, смотри, ну, что, я ничего не делаю, ничего не клюет. А эти все ходят, что-то лунки какие-то делают. Может, мне переехать как-то на другую карту? Как это все дело работает? Хрен его знает. Не знаю, как это все дело работает. Но клевать она тоже ничего не хочет. Я бы насадил блесну, но блесну мне почему-то не дает закидывать. Почему, не знаю. Блять, клюй давай, гребаная рыба, почему ты не хочешь клевать? Я уже заколебался ждать. Уже часа два, наверное, прошло. 4 часа вечера, да, насколько я понимаю, или что? А это время, а я за это время должен рыбу поймать, да? Угу. Ну я уже все, я проиграл. Я 100% проиграл, потому что мне ничего не клюет. Я не знаю, где мне рыбу тут искать. Ничего нету, ничего не клюет, короче. Ладно, давайте, может, в наглую встанем куда-нибудь, кому-нибудь. Я могу посмотреть, сколько они рыбу поймали. Они по-любому что-то уже поймали, я ничего поймать не могу. Может, как-то по глубине посмотреть? Ну, то есть, по логике, там, где глубже, там должна, наверное, рыба клевать. Я, насколько вижу, что здесь вот темная зона, наверное, где-то здесь может рыба сосредоточена. Где вообще рыба сидит? Я хер его знает. Я не рыбник, я не мыслю как рыба, я вообще хрен знает, о чем думает рыба. Но если бы я был рыба, я бы, наверное, если какие-то придурки ходили, тут сверлили дырки, я бы, наверное, какой-нибудь вниз спрятался, как бы и сидел от них, и всех бед, наверное, не знал. Так, ну, насадим эту сосиску снова. Она, по-моему, стала какого-то розового цвета, была она, по-моему, красная, не знаю. Ну да, смотри, здесь поглубже. Здесь поглубже, я так понимаю, что вот этот индикатор. Он отвечает за глубину. То есть я могу найти такую глубину, где вот эта вот, не знаю, личинка вот этого высерыша будет где-то внизу тут стоять. Так, ну чё, ну клюй давай, ну, я заколебался уже. Я, понимаешь, я в этой игре еще не видел ни одной поклевки. Так что как это дело работает, я вообще без понятия. Я не профессионал. Я не профессионал в рыбалке, поэтому как бы вот я вместе с тобой учусь. Ничего не клюет. Вот я поднимаю, опускаю. Бля, если ничего не будет клевать, я эту удочку сломаю. Об колено сломаю. Об колено соперника сломаю. Серьезно тебе говорю, серьезно тебе это заявляю. Так, ну что? Ты будешь клевать? Нет. Я уже заколебался, уже температура минус 4. Я сейчас замерзну уже и все. Я тут могу что-нибудь пожрать. Тут нет индикатора еды, индикатора воды. Наш персонаж хочет, не хочет ни есть, как бы, ни пить, ни ссать, ни срать, наверное. Я не знаю, ничего не клюет. Тут можно домой как-то поехать? Нет. Ребят, вот не знаю, кто бы что ни говорил, насколько это упорно выглядит, я ничего с этим сделать не могу. Я пытаюсь поймать рыбу, мне ничего не клюет. Сколько мне ждать? Ну, давайте немножко посидим, подождем. Вот буквально я сейчас посижу, секунд, наверное, 30 посмотрю, будет ли мне клевать рыба за это время. Если ничего не будет клевать, ну, хер с ним, я не знаю. Принесу динамит, взорву озеро. Тогда если рыба всплывет, тогда я выиграю 100%. Ничего не клюет. Клюй, пожалуйста, побыстрее, клюй. Ля-ля-ля-ля-ля, ничего не клюет, хер ли мне делать здесь? Вот эта вот пердурка, она должна вот так вот скакать, серьезно. О, подожди, так я могу это настраивать в руках? Это меня клевало или я только что настраивал? Во-во-во, смотри, оп-оп-оп-оп, оп-оп-оп. А, я понял, я мышкой это могу настраивать. Они все сверлят, у них, скорее всего, тоже ничего не клюет, я не знаю. Ну, пойдемте вот, последняя попытка, уйдем куда-нибудь в другое место. Давайте куда-нибудь вот сюда вот вообще сядем, здесь вообще фиолетовое все. Я думаю, если здесь фиолетовое, возможно, здесь рыба сосредоточена. Так, вставай, мы с тобой рыбаки-неудачники, нам с тобой вообще не везет ни в чем. Вот где-то вот немножко вот тут вот я бы сел, на самом деле, может, здесь клевать бы начало. Так, давай сделаем здесь дырку, что тут по глубине. Ну, по глубине, так понимаю, что это где-то вот эта вот фиолетовая зона, возможно, здесь рыба сидит. Мне осталась 1 минута, я ничего сделать не могу. Возвратитесь в зону старта, прежде чем закончится время. Бляха-муха, я только рыбачить начал. Вот так оно обычно и бывает. Ты приезжаешь куда-нибудь на водоем, начинаешь рыбачить, а тебе какой-нибудь там квест, вернитесь там в зону старта. Хер ли мне возвращаться, я ничего не поймал. Ну, я не знаю, давайте посмотрим хотя бы, чего они поймали. Может, они за это время что-то поймали. Я правильно бегу? Никуда по карте-то идти. Вот сюда вот, да? Ну, вроде сюда бегу.
чистые, они тоже бегут. Мика Хаппа какой-то там, Кананин. Мне просто чисто интересно ради себя, поймали ничего нет. То они там болтают не на русском языке, я вообще не понимаю. Да, ребят. Мне кажется, это как бы не настоящие игроки, потому что мне интернет включен. Аля-валя. Давайте тоже сделаем вид, как будто мы с тобой разговариваем. Такая движуха. Ну чё, кто чё поймал, давайте делиться. Да, хватит орать, я не знаю, как будто на рынке нахожусь, не на рыбалке. Умеете на рыбалке-то сидеть? На рыбалке надо тихо сидеть, вы все пиздец. Так, давайте смотреть, кто что поймал. Джако Ньюман нихера не поймал, Вилти Мати нихера не поймал. Три игрока, получается, что-то поймали. Это как бы не густо, но что поделать. Ладно, давайте заканчивать. Если вам понравилось играть, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.